Литва, Париж. Все, спасибо. Угу. Пока тут мы ищем, где ресепшн, пройдемся, побежимся так очень быстренько по территории. Территория, в принципе, такая небольшенечка. Зелененькая, бунгальчики тут трехэтажные. Ну, в принципе, все в трехэтажных бунгало. Это ресторан основной. Ведь я так, ну, просто очень быстренько прогуляюсь между рядами. Вот он, основной ресторан. Здесь завтраки у нас проходят. Здесь бассейн. Ну, бассейн, кстати, хороший. Для такого небольшого отеля он достойный. Газоны все поливают, все освежают. Ну так, есть недостатки. Мы в Литл Париж. Мы просто скачали в номер, в котором где-то горка. Да, номер большой. Тут убирают, к сожалению, до ванны я уже не проскочу, но так номер, ну, очень даже ничего. Возле Литл Парижа проходит какая-то речка, и есть какое-то неудобство с тем, что все грязь прибивает сюда. Но насколько мы видели в Нюме, в нашем отеле, то есть есть такое, что прибирают. То есть мы посмотрим с вами под пляжу, если вот таковая грязь. Слушайте, мне не сказала, что какая-то критичная, ну, грубо говоря, грязь. Нет тут ничего. Ну, крабики тут везде. Ну, кстати, запах во всем мире такой где-то специфичный. Тут, наверное, из-за того, что приливы вечером значительные, прибивает крабиков, крупных крабов. И есть такой немножко, знаете, характерный вот запах вот этой вот всей живности, но в море заход пологий, потому что стоят люди в море, и они просто стоят, то есть они даже не висят в море. Знаете, такие шезлонги. В принципе, в достаточном количестве, даже если вот немного, то есть возле бассейна всегда где полежать. А сказали, что детской площадки нет. Видели где? Нет. Там. Нету полиции. А здесь есть каждый. Или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.